istediğimiz oldu Azar'dan. O kanı döktünüz. İnsan nasıl bu kadar kötü olabilir ya? Kendini kolla Azar. Artık burada kalamazsın. Benimle gel. Ben korurum seni. Buraya kadar Azar. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Кто погиб в конфликте? Как Баран накажет Хасана? Что скажет госпожа Азади, когда Дилан отругает ее? Будет ли Хасан исключен из семьи? Сможет ли госпожа Сабиха убедить Дилана пойти с ней? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Хасан был наказан за то, что он сделал, и Баран никогда больше не впускал его в особняк, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь. Хасан и Азади Ханым объединяются и совершают набег на дом Сеет-Пея. Я думаю, что Сеет-Пей погибнет в этом конфликте. Госпожа Азади предупредила Хасана, чтобы тот закончил эту работу, чтобы не было видно, что мы сделали. Однако Хасан теряет гнев и совершает прямую атаку, в том числе и на себя. Несмотря на то, что Хасан достиг своей цели в результате этого нападения, люди в особняке осудят и удалят его. Господин Кудрет так рассердится на Хасана, что выгонит его из особняка. Хасан будет опозорен всеми после того, что он сделал. Баран пошлет своих людей за Хасаном и последует за ним, чтобы убедиться, что он больше не предпримет ничего подобного. И он объявит о том, что Хасан сделал с племенем, и позаботится о том, чтобы оттуда он получил удар. Дилан опечалена потерей господина Сиита, и когда она больше не сможет этого терпеть, она встанет перед Гэжуй Азади и спросит ее, счастлива ли она. Конечно, шаг Дилана не понравится Азади Ханым, и она его отвергнет. Но и Баран, и господин Кудрет поддержат Дилана и встанут на его сторону. Мисс Азади станет плохо, когда она увидит, что они одни в Канкате. А он скажет, что больше не поддерживает Хасана и оставит его на произвол судьбы. Потому что не все, включая Ферата, одобрят то, что сделали Хасан и госпожа Азади. Когда Хасана выгонят из особняка, он возьмет чемодан и отправится в путь. Пощечина, которую господин Кудрет дал на глазах у всех, будет очень тяжелой, и когда госпожа Азади скажет ему, что прекращает свою поддержку, Хасан будет как рыба, выброшенная из воды. Хасан, оставшийся один с чемоданом в руке, захочет укрыться в Джавахире. Однако, поскольку Джавахир не может оставаться в особняке, он не принимает этого, думая, что Хасану это бесполезно. На этот раз он может попросить помощи у Гэжи Сабихи. Если госпожа Сабиха согласится, она примет это, потому что хочет поймать Джавахира в ловушку. Госпожа Сабиха, с другой стороны, узнает о событиях в особняке и не может удержаться от того, чтобы действовать согласно инстинкту своей матери. Он пойдет к Дилану и скажет Канкату, что тот не в безопасности и хочет взять его с собой. Но Чжлан не может принять такое. Если она примет это и уйдет, ее отношения с Бараном испортятся. Потому что в своем последнем разговоре с Бараном он говорит, что не доверяет Сабихе Ханым и хочет, чтобы она не приближалась к нему, пока все не прояснилось. Несмотря на то, что госпожа Сабиха пытается убедить Дилана, ей не удастся заставить его принять это. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.